первый адрес, где мы побывали, первый советский переулок. Возле дома 12 ведутся работы по замене труб небольшого диаметра, снабжающих водой и теплом ближайшие два дома. В рамках проверки состояния подземных тепло- и водокоммуникаций Щелковский водоканал провел плановую подачу воды в сети под большим давлением или, как эти действия называют специалисты, опрессовку. Она показала, что на этом участке требуется замена труб протяженностью более 100 метров. К работам привлекли подрядную организацию, которая после замены трубопровода, в том числе во дворе под проезжей частью, затем в полном объеме выполнит здесь благоустройство территории и восстановит асфальтовое покрытие. Второй адрес – двор на улице Центральной, 25. Здесь работают специалисты из компании «Теплоресурс» филиалом межрайонного Щелковского водоканала. Здесь мы с вами видим участок трубопровода, который проходит от ГТ «Энерго» и снабжает 271 жилой дом, почти половина нашего города. Участок теплосети здесь проходит диаметром 500 мм. При опрессовке было выявлено слабые места, а именно критический износ тепловой сети в тепловой камере. И при определении границ замены раскопали до камеры и после тепловой камеры. И будем менять здесь две трубы протяженностью по 7 метров. Сейчас специалисты Щелковского водоканала проводят плановые работы по всем адресам, поставленным в график капитального ремонта сети тепло- и водоснабжения на это лето. Илья Фукалов рассказал, что работы ведутся точно в соответствии с графиком. По первому адресу, на первом Советском 12, замена труб и переведение территории в первоначальное состояние будет выполнена до середины этого месяца, а на Центральной 25 – до начала следующей недели. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.